Так, это мы сейчас проверяем двигатель на Хавал 4G15B. Так, значит, в комплекте идет шпилечки, прокладочки, фильтр масляный. Открываем, вот так он получается, волшебно открывается. И вот оно счастье, новенький двигатель. Но мы его вскрывать не будем, почему? Потому что, ну, в принципе, так можно открыть. Но доставать мы, естественно, его не будем, потому что он лежит очень аккуратно. Но самое главное в чем, что в наличии, все двигателя практически на любое китайское авто, все у меня присутствуют. То есть, еще раз давайте повторим. Двигателя все есть практически. Есть все КПП-хи. Автоматы, вариаторы и так далее. Вот. Все, закрыли движок. Сейчас прикрутим, закрутим. И наш ДВС полетит к нашему заказчику. Движок на Зотте Т600.